Привет, на связи Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем жилой комплекс «Малая Охта» от надежного застройщика «Самолет», который строит не только в Петербурге, в разных районах, несколько объектов у них есть, но и в Москве. Является третьим застройщиком по объему жилья в целом в России. Является надежным застройщиком, который строит не только вовремя, качественно, при этом бывает раньше срока вводит в эксплуатацию свои дома. Например, этот проект планировалась сдача в 2025 году. Перенесли сроки на раньше. А именно, ключи вы получите уже в следующем году, до третьего квартала 2023 года, до сентября. Осталось, ну, примерно год дождаться, да? То есть проект подходит как раз тем, кто хочет ключи в ближайшее время получить. Также, друзья, мы в прошлых роликах разбирали студию однокомнатную, евро-двушку. Если для вас они актуальны и интересны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сегодня разбираем двухкомнатную квартиру. Локация проекта — Красногвардейский район, городская прописка. Также преимущество то, что буквально 5 минут пешком до метро Ладожская. Это как раз для тех, кто вот прям очень хочет близко от метро, да? Этот проект как раз таковым является. Дом монолитно-кирпичный, теплый, надежный, в фасаде еще кирпич. Перед тем, как пробежимся по планировке, коротко напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом доме, либо любом другом, но от надежного застройщика в Санкт-Петербурге. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатные, их оплачивает застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии застройщика. При этом юридически сопровождаем. Также, если вам понадобится ипотека, сможем одобрить по лучшим ставкам. У нас онлайн оборот со всеми банками и свои ипотечные специалисты. Если вы в другом регионе, поможем провести дистанционную сделку. И самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры — это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp, Telegram. Сегодня разбираем двухкомнатную, она актуальна на сегодня, на момент съемки, это 22 марта 2022 года. 50 квадратов, это прихожая 6,8 с нишей под шкаф, ванна с санузлом совмещенная 3,5, это кухня 10,5 с выходом на балкон 2,8, далее спальня 13 квадратов, вторая спальня 13,6 и второй, и лоджия в данном случае 3,1 квадратный метр, то есть здесь две лоджии. Это здорово, практично, рабочее пространство можно оборудовать. По стоимости на сегодня это 14 954 тысячи рублей. Отделка white box под чистовая, когда грязные работы выполнены, чтобы вы могли воплотить все свои дизайнерские решения самостоятельно. Ключи до сентября 23-го уже в следующем году получите. Можно приобрести как за прямые деньги, в ипотеку, рассрочку. Если, например, рассматриваете новостройки, да, есть такое преимущество, лучше отличительное, чем во вторичке, да, это то, что ставку можно получить не 20, а, например, 6,5, это по господдержке при сумме кредита до 3 миллионов, и семейную ипотеку, например, 5%. Чтобы получить выгодную ставку, одобрение, приобрести квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании. Давайте пробежимся по преимуществам. Единое остекление балконов и лоджии, коммерция на первых этажах, далеко в магазин вам ходить не придется. Подземный паркинг на 194 места, комплекс расположен на пандусе. Закрытый двор, будете в безопасности. 4 парка в 15 минутах пешком, в которых будете гулять. Малоохтинский парк, Ладожский парк, парк Боевого Братства, Заневский каскад и Ладожский вокзал. Обратите внимание, вот он дом, Малая Охта, а вот он и метро Ладожская. Действительно, буквально 5 минут пешком, не больше. Таким образом выглядит панорама дома и локация. Именно поэтому, если хотите приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК Малая Охта, либо меньший метраж, либо больший метраж, либо от другого застройщика в разных районах Петербурга, то, но при этом от надежного, если хотите приобрести, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Услуги для вас бесплатные. Чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Бесконечно благодарен за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.